вообще я счастлив, что нахожусь в этом удивительном месте. Наконец-то я сбылась моя мечта. Я побывал на Байкале, окунулся в него. Ну и надеюсь, что я вернусь сюда для дальнейших погружений. До того дня, когда у нас совершилось погружение, у меня были какие-то, ну, страхи, опасения. Но когда вот мы уже погружались, вот когда я вошел в воду, потрогал ее, ну, лицом, у меня, ну, то есть, как только я оказался в воде, все, я понял, что, ну, ничего такого, не, ну, зря как бы я чего-то там опасался, боялся. Ну, у меня такое отношение к страху. Если мне страшно чего-то сделать, я должен обязательно это сделать. Только так ты можешь этот страх преодолеть. То есть вот, ну, мое кредо такое, ну, бойся, но делай. Я, конечно же, мечтал об этом. Было огромное желание. Я поэтому готовился у себя в Кузбассе, да, там я погружался с сухим костюмом. Я готовился к этому погружению, поэтому для меня не было таких сложностей. Больше за нас переживали, конечно, инструктора, чем мы сами, понимаешь? Погружение состоялось. Хоть оно было и непродолжительным, но это лишь начало большого пути, который мы проделали всей нашей командой для других. Хоть для кого-то это и выглядит обыденно, дайверы погрузились. Но если добавить приставку «инклюзивные дайверы», то суть сразу же меняется для нас и для нашего общего будущего, где все равны. К сожалению, не все дайв-центры Байкала радуются дайверам с инвалидностью. Может быть, дело в страхе или в отсутствии подобного опыта, или понятия безопасности. Хотя, в чем разница между дайверами? Это стереотип людей, что человек с инвалидностью, ну, допустим, если сейчас привести пример, то в коляске пусть, да, будет, что он может вести полноценный образ жизни и даже заниматься такими, казалось бы, на первый взгляд, экстремальными вещами, как дайвинг, что, как, чё, вы чё, ныряете ещё, что ли? Ну, вы же инвалиды, вы должны дома сидеть. Чё вы выходите вообще на улицу, да? Вот как-то... То есть вот этот стереотип тоже хотелось бы убрать. Хотя я хочу тебе сказать, что, ну, вот за 9 лет, что я нахожусь в коляске, я вижу серьезно, что этот, ну, он ломается последние годы.